Доброе утро, Донецк! Доброе утро, Донбасс! В эфире Донецк Лайв, прямой эфир. И девчонки нам приготовили уже чудесный танец со стульями. Расскажи, что здесь будет? Да, могу. Сегодня мы будем танцевать танец хореографа-постановщика Такана Ямамото. Мы ему очень благодарны за то, что он поставил нам этот танец. Вот, этот танец называется «Канон Хорос». Это канон-хор. Вот, нам он очень нравится, это для нас что-то новое. Вот, ну, спасибо ему. И спасибо нашим хореографам за то, что поддерживают нас в этом. Как тебя зовут? Даша. Даша, ну, время экшена, спасибо тебе. Показывай нам, что вы можете, руководительница. Ну и великолепные танцы бальной школы Писарева. Спасибо вам. Спасибо. Юрий, вам слово. Я хочу еще раз напомнить, что постановщик номера Такан Ямамото, который приехал из Японии, и они являются участниками фестиваля «Звезды мирового балета», который проходит сейчас в Донецке. Поэтому приглашаем всех гостей и жителей города на этот прекрасный фестиваль, который проходит уже не первый год в Донецке.